Добрый день. Хотел рассказать про стрижку кленов. Вот сейчас вот я вам покажу, это клен американский. Видите, какой он? Это много лет уже его. Так, лет, наверное, 15 этому клену. Видите, как он стрижен. Он легко стрижется, то есть создается форма. За лето он 2-3 раза его можно косить, стричь мотоножницами. То есть можно его стричь мотоножницами. Даже нужно. Можно шпалерные ножницы, но это очень долго. Вот. То есть как бы он быстро обрастает. То есть вот делать старая почка. Ой, старая вот этот побег весь. Вот. Видите? Ну а как бы несколько сантиметров надо повыше. То есть вот так стрижку. Вот еще хотел сказать, что вы вот этот клен стрелистый. Или еще бывает его называют, некоторые называют канадские, есть еще клены такие. Такие пятилопастные, вот эти такие вот тоже трехлопастные. Вот. Их желательно, конечно, стричь шпалерными ножницами, потому что когда, если мотоножницами пройдем, то будет очень лысая крона. Это тоже дерево, где-то лет 15 уже сформировано. И это бывает. Не бывает, что вот такие вот вырастают вот побеги. Вот. Их просто обрезаешь полярными ножницами. Все. Вот сейчас лестница мешает. Ну тоже красиво, видите как. Но желательно, конечно, стричь полярными ножницами. Сейчас вот одревеснели побеги, это вот 20 числа июня, можно стричь. Сегодня 28 июня. Для стрижки, конечно, нужна лестница. Вот. Выше. Ну есть еще такие специальные приспособления, которые можно с земли стричь. Это с лестницы более эффективно и более профессионально получается.